Нет! Нет! Так ты Меджа из Сивы? Я думал, такие, как ты, должны охранять фараонов. Я Меджай без фараона. Видишь? Это же мое имя, Нак! Тебя найдут. Найдут и убьют. Во сне! Во сне я больше не сплю. Я жду в тенях. И я убью вас всех! Каждого, кто дышал воздухом Сивы в тот день. Убил хозяина, но не добил меня. Большая глупость. Твой хозяин был убийцей. Я отомщу. Я его телохранитель. И это вопрос чести. Я Меджай из Сивы. Значит, ты достойный противник. А ты быстр, Меджай. Но я сильнее. Это честь сражаться с последним Меджаем. Я ценю твое упорство. Хороший бой. Ты умрешь достойной смертью. Не думай, что тебе будет проще. Один из нас останется здесь навечно. Пусть лучше ты. Хватит сражаться. Я не хочу убивать тебя. Вопрос чести. Деремся насмерть. Ну что ж. Анубис ждет тебя. Нек, мне не выйти. Oh.
Конечно! Не уцепиться. Как же мне пробраться дальше? Откуда лезут эти скоробеи? Должно быть, этот храм построили много веков назад. Прости меня, Амон. Мне это нужно. Должно быть, этот храм построили много веков назад. Наследие древних.
А, вон там. Свет. Стена. Солдаты. Конечно. Подъем! Нужна помощь! Я? Что это? Взять его! Умри! Хабзафа! Берегись! Бай! Это ты? Мы в ловушке! Это я вижу! Это Миджа! Убей! Миджай мой! Убейте его друга! Ты же должен быть мертв! Тебе здесь не рады! И будешь мертв! Мы позаботимся! Солдаты. Конечно. Что это? Взять его! Умри! Хабзафа! Берегись! Бай! Это ты? Мы в ловушке! Это я вижу! Это Миджай! Убей! Миджай мой! Убейте его друга! Ты же должен быть мертв! И будешь мертв! Уж мы позаботимся. У тебя новые друзья. Они устроили засаду. Хорошо, что я пришел встретить тебя. Как я рад! Ты отпустил бороду? Год не виделись, друг мой. Сладкий вкус битвы, я его уже забыл. В Сиве все подчиняются солдатам, боятся их и смерти. Я убил человека в маске. Цаплю. Еще четверо. Идем. Ты поди устал. Отдохнешь. Нет. Не могу. Сначала я выпущу кишки всем тварям в масках. Боги! Как же я скучал. Где твой верблюд? Вот ты где. Поехали, Сэнни. Как вы тут справляетесь без меня? Нам не просто, Байк. Ты ушел, люди хотели, чтобы я поддерживал порядок. Но солдаты разбили здесь лагерь и делают, что хотят. Лагерь в Сиве? Толемей держит эти земли в повиновении. А я лишь пытаюсь уберечь людей от беды.
Рад, что ты здесь. Сделай, что смогу. Но не забывай, у меня есть своя цель. Знал, что ты нам поможешь, Сэнни. Что случилось? Солдаты не знают жалости. Если думают, что кто-то им соврал, сжигают всю деревню. Или что похуже. Ползешь, как черепа. Байк, шевелись. Нет смысла ждать. Идем. Пора в путь, друг мой. Готов? Вот ты и дома, Байк. Все ведь тебя заждались. Что у вас есть? Домами, детьми и жизнями. Люди словно опустошены. Вы всецело обязаны фараону, Птолемею Филопатору, правителю Египта. Угрозы, допросы, вымогательства, поборы и избиения по всему оазису. Мы все научились подчиняться и прятать взгляд. Ты сам все видишь. Не привлекай внимания. Домой собираешься зайти? Это уже не дом. Расскажи про Ибиса. Медунамон. Он здесь? Он проклятие нашего оазиса. Сам видишь, с его прибытием солдаты как с цепи сорвались. Раньше они дрались с крестьянами только с пьяну. А с тех пор, как тут Медунамон, они стали собраны и жестоки. Все больше причин убить его. Будь осторожен, Байк. Он с виду хлипкий, но на деле силен. Жители Сивы, так будет с каждым, кто ослушается воли Медунамона, жреца Будь фараона. Осторожен! В Сиве теперь опасно, Байк. А вы сэпет? Нарсучал! Дом. Оставь верблюда, далеко он не уйдет. Ну что, пойдем. Отдыхай, друг. У тебя был тяжелый день. Нет, отдых не для меня. Нужно готовиться к бою. Хабзефа! Хабзефа! Солдаты снова! Байк? Рабия! Рабия! Я так боялась! Конечно, боялась. Ты ведь меня знаешь. Ну и ну. Раны? Ушибы? Ерунда. Сядь! Все поправим. Ты все такая же. Айю, тебя. Сколько ж я вас лечила. Защищала от старших,
Все изменилось. Но ты так же крепок. О, великий Осирис! Думал, ты не проснешься. Рабия перевязала меня, и я... Я решил не будить. Бой с Медунамоном потребует много сил. Кстати, друг... О, лук! Попробуй пострелять. Старайся целиться прямо в голову. Одна из мишеней прочнее остальных. Ну... Эбзефа! В чем дело? Тебя ищут солдаты! Ну, идем, живо! Проследи, чтобы никто не покинул дом живым. Эбзефа! Нужно поговорить! Намарх Руджик убит! Возможно, виновен твой друг Меджай. Выходи! Помоги очистить его имя! Устроим засаду. Нак! Теперь они найдут письма и сожгут мой дом. А меня казнят. Не бойся. Я с этим разберусь. Осторожно! Кто здесь? Покажись! Тихо. Он слишком близко. Что? Теперь остальные. Нас никто не застанет. Я обойду их сзади. Во имя Ра. Нельзя дать им сжечь еще и мой дом. Ладно, давай поговорим. Что ты? Мы застанем его врасплох. Я рядом. Эй! Понятно. Я уж не упомню.
Готово. Спасибо. Я же говорил, эти мерзавцы ничего не боятся. Самоуверенные мерзавцы. Все так. Пойдем наверх. Я расскажу об обязанностях Меджая Сивы. Все горести Сивы здесь. Я пытаюсь помочь каждому, но я один. То есть ты не обладаешь божественной силой? Но наша главная беда — этот человек, Медунамон. Люди надеялись, что он все изменит. Мол, жизнь наладится. Вскоре мы узнали правду. Слушай. Я всерьез опасаюсь за твою семью, жрец. Отправлю их в более безопасное место. Вот этот человек твой враг. Я найду его и убью. Медунамон намного сильнее, чем кажется. И окружил себя лучшими воинами. Мне все равно. Ты погибнешь. Чтобы убить этого тощего мерзавца, нужна подготовка. И уж точно доспехи получше. Я сделаю их сам. С оружием сложнее. Солдаты унесли из деревни все. Поговорю с кузнецом. Да, думаю, Бенипи поможет тебе с этим. Может, и Сену найдет что-нибудь. Сену? Сену жива? Смотри, кто это. Сену, это ты! Красавица! Рабия выходила ее. Спасибо ей. Людям нужна твоя помощь, Баек. И они готовы помочь тебе. Понимаю.
Надо раздобыть кожу. Баек, людям нужна наша помощь. Посмотришь письма на столе? Мне нужен родник в пещере Аманаи. Дорогу я знаю. Надо заглянуть. Теремун так просто не сдастся.
Mm-hmm.